Завершился третий по счету хоккейный турнир «Приз Дворца Конгрессов». Главный трофей вновь завоевали хозяева льда – команда «СКА Стрельна». Глядя на этих мальчишек, трудно поверить, что им всего по 8 лет. Их точным передачам, быстрой реакции, а главное воле к победе могли бы позавидовать взрослые. Поэтому сухая победа «СКА Стрельны» над московским «Динамо» никого не удивила. Итоговый счет 6-0, и копилку наших хоккеистов пополняет третий золотой шлем. Тренер команды признается, главное – правильно подобрать игровые звенья по составу. «Динамо Москвы» как бы есть явные лидеры, которые там по 9, ну 2-3 человека всего лишь. А у нас более ровнее команда, поэтому как бы хватило силы, и перебегали, и переиграли, и больше было желания выиграть. Этот турнир почти ничем не отличается от взрослых соревнований. Те же три периода, но каждый из них меньше по времени, чтобы юные спортсмены не так уставали. Ребята не только играли в хоккей, но и ездили на экскурсию в Дворец Конгрессов. С каждым годом интерес к турниру растет. И не последнюю роль в этом играет сам главный приз. Мы долго думали, каким должен быть приз. И целая команда креативных сотрудников накреативили такой замечательный золотой шлем, который теперь достается победителю каждого турнира, который победитель турнира забирает себе. То есть это не переходящий приз. Почетное второе место заняла команда из Воронежа. Бронза досталась москвичам. Впрочем, победители, стрельнинские хоккеисты, почивать на лаврах долго не будут. В мае они планируют выехать на турнир, где будут играть ребята на год старше, чтобы набраться опыта.